Всем здорова, с вами Ингис Сити Хьюманс. Это видео с пояснениями, а также ответы на ваши вопросы, которые были ранее заданы. Но я на них как-то не ответил. Слушай, по поводу фильма, это ж тяжело и долго. Знаешь, как-то пофиг. Есть только проблема в том, что я по щелчку просто не могу нарисовать все. И да, многие путали Вольга-Дочь с Германией. СССР ВДА сравнивали с РФСРФом. А вот эти два челика на заднем плане вообще для вас одно и то же. А я вам скажу, что нет. Потому что это Вольф-дочь, а это Рейх-дочь. Или как по-другому Рейх. Этих двух братов-акробатов вообще путать нельзя. Если я, как у Рейха, зацензурю крест, то я вообще не смогу вам дать понять, кто из них кто. Потому что у них у обоих символов вообще запрещено рисовать. Поэтому Вольксдочь будет как обычный немец в военной форме одет. Он будет как бы главным помощником для Рейха. Потому что в военное время эти немцы реально помогали Рейху. До 1943 года. Вообще в Польше слово Вольксдочь означает как предатель, хотя на самом деле оно так не переводится. Это я специально говорю для того, чтобы в будущем вы их больше не путали, потому что в фильме они реально будут. Спасибо за то, что прослушали это видео до конца, и всем покедова.